Всем привет! Продолжаем рассматривать работы Питтуриккио, Бернардино ди Бетта, ди Бьяджо, «Воскресение Христа», фрагмент 1492-1494 год, фреска. Фреска «Воскресение Христа» была написана художником совместно с учениками. В ней соединились черты средневековой живописи, мандорла. Мандорла в христианском искусстве – особая форма нимба. Вокруг Христа выглядит выкованный из золота и ренессансный, мощь, с которой переданы фигуры Спасителя и понтифика, или правдивость, отличающая портрет второго. Изображая евангельское событие, художник подчеркнул его ликующую праздничность. Яркие сочные цвета создают богатый нарядный колорит, золотое сияние, исходящее от Иисуса, разливается повсюду в виде золотистых точек, нанесенных на поверхность фрески, и откликается в облачении Папы. Изображение папы Александра VI принадлежит кисти Питтуриккио. Создавая его портрет, живописец подчеркнул особенности немолодого, полноватого лица персонажа, одновременно постараясь придать фигуре изображенного монументальность. Ниспадающее одеяние ложится прихотливыми складками, образующими подобие постамента. Художник наполнил облик понтифика благоговением и отсветом события, при котором тот присутствует, что видно не только в его исполненном восторге и трепете взгляде и молитве на сложенных руках, но и в такой детали, как снятая и поставленная на зеленую травку тиара. Александр VI здесь простой смертный, поклоняющийся Богу. Действие происходит на лугу, вдали видны цветущие деревья. Ну вот такое описание нашел к работе «Воскресение Христа», Питтуриккио, Бернардино ди Бетта, ди Бьяджо, фреска, фрагмент. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.